Очень плохо. Значит, мы сегодня хотим подводить по комплексу анализ. Я буду рассказывать это мнение по сборной головной дисциплине. Значит, давайте мы напомним, что у нас есть два понятия, которым мы привыкли, что они настолько одинаковые, что мы их на самом деле даже не отличаем. А именно за то, что значит, у нас есть функция сейчас одного переменного, значит, у нас есть понятие функции аналитической. Это значит, что она является входящей не суммой рядов. Вот. А есть понятие функции Доломаса. Доломас – это значит, что ее производные по Эту основу, да? Значит, как переходить от одного к другому, да? Нужно, значит, если у вас есть функция аналитическая, то тогда, значит, у вас там есть теорема Абеля о том, что если она сходится в какой-то там точке, то она тогда равномерно сходится у вас в круге радиуса чуть-чуть меньше, чем расстояние от этой точки до вот этой точки, так? Значит, там, если он равномерно сходится, то тогда, значит, его можно дифференцировать, в том числе и с чертой. Ну, как бы, производная по чертой от этой части 0, значит, ну, поэтому, значит, она будет доломаться. А в обратную сторону это следует из интегральной формулы Каши. Мы пишем интегральную формулу Каши для какой-нибудь контур, да, здесь мне нужно написать что-нибудь типа там, значит, W поделить на дальше вы просто делаете переразложение знаменателя. Что там делаете? Вы пишете там, что 1 на W минус Z, это у вас там 1 на W минус Z 0. Z минус, а дальше нужно просто вытащить. А вот здесь тогда получится 1 на 1 минус Z минус Z0. А это просто у вас там значит будет, что у вас значит там будет 1 минус Да, на самом деле я
сейчас напишу материальную форму и укажу более общую, то есть как бы это для главных функций, на самом деле может написать общую форму инструкции, или это сейчас напишу, она нам понадобится, потому что кто-то у нас спросил, да сейчас вы левому планкары. Ничего делать, значит, не самое. То есть она вообще устроена вот так. Чуть на первый член, он, значит, какой надо, давайте это здесь будет делиться для круга. А дальше еще есть второй член. Добавить с правильным знаком, это знак
минус, потому что у меня... Сергей Игоревич, почему такая ориентация? Потому что когда ходишь по какой-то области, то в области оставалось налево. Слева? Да. Ну вот снаружи у вас слева. Ну, а именно поэтому здесь, потому что я ориентирую его против часовой стрелки, я здесь пишу минус. Совершенно. Да, то есть ориентируюсь на 20. Вот, значит, что надо сделать дальше? Дальше нужно это отправить куда-нибудь сюда, а этот интеграл, просто честно его посчитать, нужно просто взять и сделать замену, значит, вот это будет у меня вот плюс эпсилон на 10 и альфа. Да, значит, вот. Что это будет? Ну, тогда он как будет больше. Значит, он... Что? Что? С ним там плохо, что ли? Ну, давайте начнем его отдельно тогда здесь выпишем. Значит, у меня будет f от u плюс v, значит, будет f от z плюс эпсилон значит, здесь я буду делить на вот это же самое эпсилон на 10 и альфа, а d омега превратится у меня, значит, в эпсилон и e в степени и а в квадрате. Значит, что у меня будет? Значит, у меня эпсилон на вот это сокращается с третьим, этот сокращается на третьим, и получится, что мы позабавим 2π от 0 до 2π f от z плюс эпсилон в такой степени на да, ну, смотрите, это просто соединение получилось по маленькой окружности обходящей точку Z, значит, когда соединение у вас эпсилон с нулю, это больше у вас к F от Z. Значит, будет вам лучше, будет вам счастье. Да, ну, значит, у вас... Вы просто вас показали теорему о среднем и не хотели ей пользоваться. Вы просто не хотели пользоваться теоремой о среднем. В смысле? Что у вас прямо вот отсюда что-то выведено? Ну вот то, что подчеркнуто, это ну там. Ну, чтобы. Ну, я это делал ровно, чтобы увидеть, что вот эта теорема о сведении. Вот. Значит, что? Значит, если это перекинуть в ту сторону, это перекинуть в эту сторону и взять предел, тогда значит, у нас выйдет ровно вот эта штука. Да, значит, общемная. Теорема Каш. Да, иначе давайте теперь мы тогда попытаемся доказать такую. Давайте мы докажем утверждение, значит, истинную форму. Значит, пусть у меня есть какая-то функция G, которая у меня громоздкая в диске, да, значит, тогда значит, существует, да, значит, существует какая-то там громоздкая в диске такая, что, значит, df вот этой чертой равно g. Только я здесь, на всякий случай, по-видимому, хорошо, чтобы это было чуть больше, чем диск. Значит, чего тут хочется делать? Хочется сравнивать цепь формулы. Да? Давайте мы ее напишем. Значит, если хочется тогда взять и определить f таким образом.
я хочу воспользоваться вот этой самой бригадной формулой Каши. Давайте я ее напишу тогда так. Я напишу что-то типа вот такого. Я, конечно, хочу сказать, что там просто возьмите, значит, там и напишите, но сейчас есть там какой-то аналитический проблем. Ну, вот я делаю грязную, конечно, что дальше упражнение. Упражнение в том, почему эта функция везде гладкая? Почему там не будет никакой проблемы? Там может какая-то проблема с анализом. Мы можем вычесть, там, ну, выделить константу на поделить на W минус Z, как бы, да, там, ну, продолжить. Ну, там надо сделать как-то тонко. Нужно разбить эту функцию уже в сумму двух. Одна из них имеет носитель в маленькой окрестности точки Z, вот, а другая имеет носитель вне маленькой окрестности. Да, вне у нас проблем никаких нет. Точки Z. Тогда у той части, которая вне, у нее проблем не будет, а у той части, которая внутри сидит, у нее на границе никаких проблем не будет. В общем, там это какой-то анализ. Вам нужно делать что-то типа того. Вот у вас ваш самый диск, да,
здесь у вас будет ваша точка D. Да, вот вы, вам нужно взять такие вот две ответственности, да, и разбить, значит, уже в сумму двух, такую, что у одной из них носитель внутри вот этого, значит, мелкого, а у второй носитель, нет, у одной носитель внутри большого, а у второй носитель в ними мелкого. Они у меня G, или G поделить на W, G. Да, сладкий. Мы можем изменить пинт, значит. Вот, значит, и потом, значит, с ними что-то там внимательно сделать. Кстати, надо ли нам, чтобы... У одной носитель большого, а у другой... Кстати, зачем нам же Гламов? Да, она тоже достаточно гламов. Сейчас G1 будет носитель в маленьком поле, Нет, но... Ну, имеет носитель фиксирации. Ну, поэтому у одной из них носитель будет внутри большого, значит, у него а у другого... В дополнение к маленькому. И у вас, значит, все хорошо будет. Вот. Значит, дальше давайте мы... А зачем нам вот это распределение? Там есть колес. Чтобы избежать проблем с этим интегралом, когда у вас дублируется... Дублируется интеграл по маленькой области, в функции с полюсом. Сейчас. Теперь это очевидно. Да. Да, кстати, по этой потерянной вещи, так нужно будет спросить. Ну, какие-то вычеты. Я ничего не понимаю. Нет вычетов. С этим же гладкая функция. Гладкая функция, да. В общем, упражнение, да? Значит, смотрите, что тогда будет в случае многомерно? Значит, вот у нас точно так же, значит есть дифференциал, который у нас теперь будет устроен так. Вот у нас он будет там dz1 и так далее, плюс ряд, он у нас находится в какой-то точке, то он тогда будет
будет сходить у вас в полидиске. Такая, значит, теорема. В полидиске чуть меньше радиус. Это даже теорема. Теорема Абеля. Знаете, то есть у вас степенной ряд сходится, значит, в какой-то точке, то он тогда равномерно сходится в круге чуть меньшего радиуса. Да? Здесь это то же самое верно для полидисков. Вот. А в другую сторону это доказывается, значит, через кратное применение формулы Каши. То есть давайте мы это сейчас напишем, как это устроено, хотя бы для двух элементов, да, значит, чего это такое, значит, мне тогда сперва хочется написать формулу Каши по первым элементам, значит, что это за аббревиатуру там использовали? Где? Очевидно. Теорема Абеля. Значит, здесь что? Значит, здесь нужно тогда разложить, значит, по первой переменной. Значит, у вас здесь будет, значит, f от W1 в 2 на W1 W1 минус W1. Так, я пользуюсь просто, значит, формулой Каши, пользуюсь тем, что если на головку, то головоносный под это один тоже. А дальше я ее разлагаю в точно такую же формулу и по второй перемене. Значит, у меня там будет 1 на 2 пи в квадрате, интеграл по такой окружности, интеграл, значит, по вот такой окружности. А здесь у меня, значит, будет f от W1 W2. А тут у меня будет, значит, W1 минус W1, W2 минус W2, W1, W2. Значит, вот. А дальше что? А дальше я делаю то же самое, я раскладываю это ядро. Да, значит, что у меня будет здесь? У меня, точно так же, как раньше, аналогично делается, например, теорема единственности.
Значит, у нас есть, если есть какое-то там открытое у внутри, значит, состояние, какое-то бы открытое внутри, и у нас, значит, я выбираю голомотные на у, значит, где они попадают на в, и из этого результата, и же они попадают на внутри. Да, вот это вот предельная точка. Там просто должны либо последовательно входящиеся в одной точке, либо просто в нас помочь. Здесь все открыто должно быть. Да, да. Тут повторюсь, что не работает, даже не будет. Сейчас. Я не уверен, что я доказываю наиболее сильные формулировки. Я сформулирую такую, в которой она работает и которой нам хватит для жизни. А, ну связано. Связано. Вот что важно. Да, значит, важно. Универсальность. Да. Важно. Связанность важна. Ну, как вы понимаете, как бы важно то, знаете, вы. Ну, как бы, если есть хотя бы одна открытая, если есть хотя бы одна компонента связанности В, для которой верно, да, то тогда вообще, поэтому связанность В это не важно, а вот связанность У важно, да, значит, это доказывает просто сведение к одномерному случаю. Почему? Потому что у вас сечение вот этих самых У и В плоскостями там всех координат, кроме одной равной константе, тоже будет открытое множество. Да, значит, что у вас, грубо говоря, как? Да, вот у вас, если на всех вот этих самых следах у вас они совпадают, и на вот этом следе тоже, ну тогда, значит, они там в виде совпадают. Вот. Точно так же, значит, у вас сводится к одномерному случаю теорема о максимуме. Если у вас, значит, функция голоморфа, значит, давайте посмотрим здесь чуть больше в замыкании чего-то там, значит, модуль F не достигает максимума внутри полости. Не достигает максимума внутри полости. Ну почему? Ну, потому что у вас опять-таки, значит, сведение к одномерному случаю. Ну, вот если у вас область, если у вас где-то здесь вот достигается максимум, ну, ограничьте ее, значит, на множество, которое у вас там все зафиксированы, кроме одного. Да, тогда у вас вот эта открытая область, значит, в С, и у вас здесь функция достигает максимум внутри области, да, значит, беда. Но я хочу сказать, что оно должно быть головно чуть больше, чем в углубленности. Потому что сейчас важно ли мне это в теории о максимуме. У нас будет открытое множество С, на котором внутри его не будет. Важно то, что у вас на каком-нибудь уровне сечения вот беда. И сечение открытого множества, значит, с координатной плоскостью, однако при сохраненности уже не верим, что область открытого открытого принимается. Будет ли больше открытого? Открытого. Я не скажу, что сейчас, а то я скажу другое, что
достаточно странно. Достаточно странность следующая. Вот посмотрите, у вас, когда есть аналитические функции от одной комплексной переменной, у вас есть, у вас могут быть изолированные особенности. Весь комплексный анализ одной переменной, он на самом деле изучает функции голомоцкого круглого количества точек. Как ни странно, у головных функций нескольких не может быть изолированных особенностей. А где? Там есть какая-то будет такая же база с нулями? С нулями, ну смотрите, а вы смотрите функцию 1 на f. Это значит теорема Харта. Значит, она говорит вот что, что значит, пусть у вас есть такой полидиск, да, значит, давайте я для двух ее докажу, значит, да, для двух полидисков, значит, таких, значит, Z1, значит, Z2, меньше, чем у тебя. И второй диск, да, который у меня тут полидиск. Тогда значит, я утверждаю, что она может быть голомовсно продвинута внутрь. А у нас 2 это n, да? Ну, я пишу для двух, для n это то же самое. Значит, может быть голомовсно продвинута внутрь. В чем здесь смысл? А смысл здесь вот в чем. Давайте я... Ну, смотрите, у меня сейчас очень неблагодарная задача рисовать полидиск. Все понятно. Ну, вот здесь у меня полидиск вот такой, да, здесь у меня... Вот так. Значит, вот у меня получается вот сразу. Это надо представлять себе как-то вот так. Грубо. Ну что делать? Каких-то других писателей у меня для вас нет, да, и других картинок у меня для вас тоже нет. А дальше что? Вот, смотрите, давайте я определю некоторую функцию. Я определю с помощью индивидуальной формулы Каши. Значит, значит, я хочу интегрировать, значит, вот для фиксированного Z2 я, значит, интегрирую по... Смотрите, вот у меня вот эта штука, она здесь изображается двумя точками, на самом деле это округлость. Она была на замыкании головы. Индексная.
грешил. Ничего, грешил, да? Ну почему? Но вы внесете внутрь, как бы здесь у вас легко же два вообще нет, а это что-то голову. Дальше я смотрю, смотрите, она у вас голомостна и гипозатазин, как и так алкаши. Да, почему? Ну, просто вы же там обходите проблемы, да? Вот, а дальше у вас окажется что? Смотрите, что значит, мы там проходим проблемы? Как у тебя это включается, правда? Ну смотрите, я смотрю сейчас на эту функцию внутри полидиска. Да вот у меня вот эта самая точка, Z1, Z2, она где-то тут. А W, она длинная, у меня, значит, вот тут. Поэтому у меня там ничего не обращается в ноль. Понимаете? Да, у меня там, где. То есть у меня там никаких предопределений. Этого интеграла нет. А дальше смотрите, вот по интегральной формуле Каши у меня вот это самое f совпадает f на вот этом самом дополнении. А теперь давайте я замечу, что у меня, как вам сказать, я хочу воспользоваться здесь теоремой единственности. Вот, значит, тогда, значит, по теореме единственности, у меня равно f всюду. Ну и все. Значит, у меня тогда вышло, что я ее пробью в минус. Только по одному правилу. Да. Где мы, соответственно, использовали, что мы использовали, когда мы поняли, что можно обходить. Что он там делал. Вот, значит, дальше давайте мы двинемся в благодатную почву. Смотрите. Давайте мы еще сделаем так. Значит, мы комплексные плоскости не дадим. А где у вас там открытая область кривой перемены? Смотрите, вот давайте я сейчас посмотрю на... Где мы пользуемся тем, что у нас есть вторая перемена? Когда ты обходил особенность второй координате. Почему я не могу пойти по границе обойти? Как же я обойти по границе? Где-то у нас внутри есть просто одна точка. Сейчас смогу ли я нарисовать? Смотрите, вот у вас сейчас. Понимаете, вот у вас область, в которой нет проблем, скажем, она лежит у вас здесь. Да? А если вы сидите чисто вот в этой плоскости, то у вас этой открытой области нет. Смотрите, давайте у меня сейчас будет голомостно в ТР. Я буду читать сейчас ее координаты, как сказать, вот это не спешило, а последние координаты я назову W. Вот. Теперь смотрите, я сделаю некоторое предположение такое. Смотрите, она у меня имеет разложение, да, значит, я буду предполагать, что в нуле. В нуле. Она равна нужна. Что я хочу сделать? Я хочу для случая многих переменных сделать аналог следующего.
следующего разложения, которое есть у одной переменной. Смотрите, вот, если у меня есть функция, если у меня была функция ровно одной переменной, то я всегда мог бы написать ее вот таким вот образом. Я бы сказал, что это W в степени n умножить на какую-то функцию от W, такую, что у нее в нуле нуле нет. У вас, когда есть функция одного конкретного переменного, главное, что у нее определена такая штука, как порядок нуля. Поэтому, допустим, главоносные функции, они похожи на многочлен. Это очень важная вещь. Знаете, допустим, знаете, у главных функций у них порядок нуля не определен, а у главоносных определен. Значит, что я хочу? Я хочу что-то подобное сделать для функций нескольких переменных. Значит, здесь нужно делать, во-первых, только некоторые предположения. Смотрите, вот она у меня голоморфная, поэтому у нее есть разложение по степеням z и по степеням w. Я хочу потребовать, чтобы у нее не все члены w обнулялись. То есть я хочу, чтобы у нее разложение... У нее есть члены вида там АД на ВВД и так далее. Вот я хочу, чтобы у меня для какого-то Д было не нулевое слагаемое. Да. И пусть Д это вот значит минимальный номер коэффициентов и таких свойств. Это свойство, оно обозначает что? Значит, оно обозначает следующее, что если я возьму значение на оси W, да, то вот это у меня неправдественный ноль. Ну, почему? Потому что вот эта штука, это у меня ровно такие будут вода в степени Z, W, в степени Z, плюс чего-то там, да, значит, мне важно, чтобы здесь у меня... не ноль. Значит, я требовал, чтобы у меня значит, функция на оси W не отвечала соответственно. Дальше я буду делать вот такую штуку. Смотрите, значит, у меня, значит, если я фиксирую некоторые f больше нуля, то тогда у меня, значит, f от W у меня, значит, больше, чем какая-то дельта, значит, принт W равным R. Так ведь? Ну, потому что разложение у меня начинает с чего-то там. А теперь смотрите, если я посмотрю на это с точки зрения хромоход Z. Да, если я здесь немножечко возмущу, да, то я не могу мгновенно отползти в ноль всего непрерывного. Это значит, что верну следующее. Значит, что у меня значит существует какой-то такой эпсилон больше нуля, такой, что значит при вот этих самых. Давайте я вот эти самые все вот эти штуки, я их буду обозначать Z. Да? Такую, что при модуле z меньше, чем эпсилон, здесь я понимаю, что такой квадратный плюс z1 в квадрате плюс zn минус 1 в квадрате меньше, чем эпсилон, у меня модуль а z w, у меня больше, чем, по крайней мере, какая-то там дельтаната. Вы пользуетесь ничем, кроме непрерывности. Модуль должен быть z1, модуль. Нет, вот это модуль. Нет, я напишу z1, модуль. Да, там будет модуль, а иначе будет смешно. Хорошо. Значит, тогда смотрите, вот я буду смотреть тогда сейчас. На этот
Но это вот таким образом, да, я фиксирую, вот я смотрю на вот это самое дело, значит, как на функцию от GBV рассматривает Z как параметр. Значит, рассмотрим. Значит, Z как параметр. Тогда смотрите, что у меня происходит в плоскости W. Вот у меня есть вот это самое W равно R, да, значит, где у меня нулей нет, потому что там модуль у меня больше, чем Z, и при любом Z, вот достаточно мало, у меня нулей будет тоже. С другой стороны, как бы я знаю, что вот здесь у меня разложение начинается с W в степени D. Это значит, что вот у меня вот здесь у меня сидит 0, причем порядка D. То есть так. Я мучительно двигаюсь к отрицательной подготовительной линии Гриштрасса. Значит, смотрите, вот когда у меня Z равно 0, у меня вот здесь, у меня, значит, W равно 0, это 0 степени D. Так? То есть, смотрите, что будет происходить, когда я буду менять Z. Да? Смотрите, значит, у вас есть формула, комплексном анализе одного переменного. Да? Это формула про количество нулей и вычетов внутри области через логарифмический вычет. Так, значит, никаких полюсов у вас нет, поэтому, значит, эта значит, формула она будет давать вам просто количество нулей. Да? Это параметр целый. Если вы будете непрерывно менять, то у вас какая формула? Есть формула стандартная, количество нулей минус количество полюсов равно там 1 на 2 пи интеграл по границе контура там от f штук поделить на f. Да. Почему? Потому что значит, взяли функцию, разложили ее в ряд Тейлора, приписали логарифм, нашли вычет, обнаружили, что у вас нулей в полюсах, там вычет там вот это стандартная формула из комплексного анализа. Затем а. Она мне нужна. Я хочу сказать, что когда Z у меня будет меняться, у меня этот ноль, он распадется, но у меня все равно будет ровно такое же количество нулей D. Ну почему? Потому что у вас есть формула, да, D равно интегралу. Зависит от параметра Z. Когда вы меняете этот параметр Z, эта штука меняется у вас непрерывно, так как это количество целое, количество нулей останется тем. Да. То есть, значит, когда у меня Z немного там нет. Ну как? Ну F у нас там вообще там Голомов и у нее счастье полностью, да? Это значит, что когда вот у вас Z не равно, в общем положении у вас дело распадется на Z, на D нулей. Значит, когда у вас Z не равно, но Z все еще меньше, чем Y, то у вас внутри вот этого самого значит, круга модуль W равно R у вас тут будет значит, D нулей. Значит, у значит, это Z W, где Z это параметр, а нули по W. Так. Значит, дальше что я хочу сделать? А я хочу здесь написать какую штуку. Мне нужно обобщение формулы для логарифмического вычета. Вот давайте эти нули я обозначу там B1 от Z, значит B D от Z, вот эти нули. А дальше мне хочется написать формулу так такую, значит, сумма этих самых нулей в какой-то там степени. Написать там формулу. Эта формула будет что-то типа того. Значит, мне нужно брать интеграл по вот этому самому контуру, да, а здесь мне нужно брать будет. Что-то типа 1 на 2π, а тут мне нужно брать что-то типа
W в степени в степени. Сейчас. Не нужно. Сейчас. Сокомнить. Там нужно дать просто уже логистическую производную, производную порядку. Просто. То есть мне достаточно сказать здесь ДР, значит, а Д. А, сейчас я хочу не подвинуть ДВ. Что такое? Ну пусть будет факт. Это не так. Нет, это нормально. Да. ДВ, значит, по ДВ и все, кто делить еще на это ДВ, да, значит, на ДВ. Такая формула, да? Кто первый степень? Потому что это же одномерно, но это только по переменной. Ну, это же самое обычное одномерное. Да, выходим чисто. Я понял, почему степень? Слушай, мы хотим нули сочиняем. Мы хотим нули сочиняем. Мне нужно взять такую штуку, да, чтобы у нее вычеты были ровно в нулях функции f, и этот вычет, он равнялся мне, два, он равнялся мне, значит, ровно таки этому нулю в степени q. Так? Значит, я уверен, что там не найдет вот таких штук. Ну, давайте. То есть проверить там, в самом деле, да? Если у меня f имеет вид там, значит, как-то там, не знаю, там, z минус z0. Значит, в степени какой-то там k на h, значит, плюс чего-то там, да, там a k p, да, значит, тогда у меня что? У меня тогда мне нужно писать тогда разложение для z в степени q на логарифму f. Потому что там
Чему равен вычет этой вот штуки в z0? К умножен на z0 в степени q. К на z0 в степени q. Для того, что кратность нуля умножить на этот самый ноль в степени q. Это не нужно, чтобы мы вот такую форму. Да, вот z0 в степени q возникнет. Ну, посчитайте, будет то есть он считал, что если z поставить z0, у вас будет z0 в степени q. Это невероятный не факт. Чего может меньше послушать? То есть, понимаете, есть простая формула, как считать вычет у функции, у которой ноль, суперполис первого порядка. Вы ее представьте в виде там φ от z поделить на ψ от z, такое, что у нее в точке z0 0, а у этой нет. Тогда у вас вычет будет, нужно поставить вот сюда z0 и здесь взять производство. Ну, вот это будет вам счастье. Значит, зачем нам этот цирк нужен? Этот цирк нужен для того, чтобы заметить, что вот эта штука, она головомотна по z1 и z. Это вообще пальцем можете. Вот эта штука. Смотрите, потому что это было головомотно по всем z, производная от w, это дело не испортило. Да, то есть смотрите, значит у нас получается. Значит, у нас получается, что у нас вот это самое b1 от z степени q, плюс тогда я плюс bd от z степени q, эта штука у нас, значит, головоломка по z. Аккуратно. Значит, она, значит, головоломка. Значит, по z1 и так далее, z1, когда вы сидите вот в этой самой маленькой ответственности, которая у нас вообще, значит, там все эти рассмотрения имеют место. Можно просто еще эту формулу? Да. У вас лучше давит k на z0 степень q. Да. И как понятно, что у вас, что когда у вас есть 0 порядка k, то несет у вас себя в степени q умножить на свою кратность. Да. Ну а что у вас здесь будет? Да. У вас вот здесь сумма всех нулей в степени q. Да. Если у вас ноль в кратности 1, он даст а. Ну, 1 раз. Верно. Если он в кратности 2, он даст у себя 2. И так далее. Уже связано с тем, что здесь не спал. Вот это с этим? Да. Ну, в смысле, вот то, что мы сейчас говорим, Ну вот ровно взяли и выявили, что вот это равно этому. Где у нас алгоритм участвовал? Ну, алгоритм это производная поделить на функцию. Да, значит, вот, значит, да, здесь я думаю, это производная от алгоритма. Производная от алгоритма, вот она, это f'. Это что у вас? Это у вас f' поделить на f, так ведь? И у нас просто вычислить. Да. Смотрите, значит, важно то, что вот эта штука, она головоломка по z, поэтому, значит, вот эти штуки будут головоломка по z. А теперь, смотрите, что у вас происходит. У вас есть такие штуки, симметрические многочлены, да? В симметрических многочленах есть два стандартных базиса. Да. Один базис это базис, который значит сумма иксов, сумма попарных произведений, сумма произведений плотов и так далее. А другой базис ровно вот такой. Это сумма иксов, сумма квадратных иксов, да. Сумма кубов иксов и так далее. Между ними есть формулы перехода. В одну сторону называется формулы Вайнга, а в другую сторону я пожалуй, даже никогда не знал, как эта формула на Главное, что эти выражения — это полинеальные выражения. Так? Из этого видно, что у вас элементарные симметрические значения.
унитарные симметрические многочлены, значит, сигма n, значит, от вот этих самых b1, bd, значит, тоже, значит, громоздкие. Значит, по z1 и zn минус 1, значит, тогда у вас, значит, модуль z меньше, чем x. Да. А теперь смотрите, что мы сделаем. А давайте я напишу вот такую штуку. Я напишу здесь z минус, точнее, напишу здесь w минус b1 над w, та-та-та-та-та-та, умножить на w минус b над w. Да. Я назову это G от W. Смотрите, значит, если я расскажу спорки, у вас получится что? С помощью формулы Виньетта у вас получится что коэффициент, у вас ровно элементарные симметрические значения сложится до знака. Так. Ну, что у вас будет? У вас там будет, значит, W степень, так, здесь последнего D. У вас будет W степень D. Дальше у вас первый член будет у вас. Значит, дальше у вас первый член будет у вас с минусом. Минус, значит, сигма, значит, коэффициент у вас при дублировке пинг минус 1, он будет у вас это сигма 1. Минус сигма 1. Дальше у вас будет плюс сигма 2 от z, сигма 2 и так далее. Вот, значит, минус 1 в степени, которую я сейчас выдумаю. Значит, здесь у нас будет многочлен сигма d от z, это будет произведение всех, да, а знак будет, значит, первый с минусом, второй с плюсом, значит, будет просто минус 2, будет минус 1 минус в степени. Степени D. Да. Смотрите, значит, это многочлен по W. Значит, G это значит, она значит головно по Z1 и так далее, Zn минус 1. Это у нас, значит, многочлен по W. И самое важное, смотрите, значит, инфицированный Z у него внизу ровно там же, где у функции F. Смотрите, вот у этой штуки, у нее профиксированном z, внизу ровно в точках b1 от z, b2 от z, где у функции f. Так? Значит, при фиксированном z, значит, внизу, значит, n штучка по w, значит, у g от z w совпадают с нулями. Значит, что я хочу сделать теперь? А теперь смотрите, я хочу сделать то же самое, что было у одной переменной. Смотрите, вот у меня вот этот там же W, это заменитель вот этого W в степени D, который у меня был уже в случае одной переменной. Я хочу взять и доказать, что у меня тогда W доставляет как G от Z, и W умножить на какую-то такую функцию H от Z и W, которая будет с одной стороны не обращаться в ноль, а с другой стороны головой. Да, то есть это то, что называется предварительная теорема и предварительная теорема Бергштрасса. Значит, что здесь надо написать? Значит, что f, значит,
Да, нужно написать P, значит, а если, значит, P доломорфно в окрестности нуля по всем примерам, значит, да, и F от 0 W не равна торжественному нулю, значит, то существуют, значит, G и H такие, что, значит, вот, ну, вот это верно, значит, где у меня, значит, G от V, W, значит, многочлен от W, коэффициент головоломный по Z, то есть головоломный по Z, значит, и у меня, значит, что я должен требовать, и, значит, у меня... Вот можно прочитать вторую статью строчки? Нет, головоломно в ответственности нуля, в ответственности нуля, в ответственности нуля, и F от 0 до 0 не равны торжественному нулю. То есть, что у меня разложение, ну, там начинается с какого-то члена, да? Значит, да, значит, существует G и H такие, что вот это разложение не имеет места, значит, G у меня многочлен от W с коэффициентами величественными голоморфно, значит, от Z, значит, и у меня, значит, H от нуля не обращается в мозг. Значит, причем это разложение единственно. Это разложение единственно. Надо только сказать следующее, что я требую, чтобы разложение начиналось здесь из углеводов в иначе это церковь. То есть если вы там наносите такой вот член, как бы тогда, да, давайте, значит, я сразу дам тогда определение, значит, вот многочлен, что вот такая вот штука, да, значит, а d минус 1, а z будет d минус 1, там и так далее, это называется многочлен две штуки. Значит, как тут нам быть, значит, да, значит, ну, в общем, дело, как бы у нас... Простите, ага, что оно... Да. То есть, смысл в том, что вы головоломную функцию раскладываете на различные векторы, и головоломную функцию, не обращающуюся в него. Значит, нужно, значит, доказать, что с этим H все нормально. Да, то есть, значит, что? То есть, значит, у нас это самая H, это вот такая вот штука. Значит, а чтобы увидеть, что она обладает хорошим свойством, естественно, нужно взять и все это написать через интегральную формулу Каши. Давайте напишу его так. Вот, да, значит, по W равному R, а тут, значит, у меня будет, то есть не W, а U, да, значит, а тут у меня будет, значит, R от Z U поделить на R, поделить, значит, на G от Z U. Вот, а тут, значит, я буду писать там, значит, D U на U минус W. Да, значит, что? Значит, мы должны заметить. Значит, мы должны заметить, что вот эта штука, она главное по Z. Вот тут проблем у нас нет. А что у нас будет, значит, с головоломкой? Что у нас будет с головоломкой по W? Значит,
смотрите, мы же живем в маленькой ответственности, там, где у нас z меньше, чем эпсилон, да, и мы специально строили так, что это значит при, значит, w, который равняется r, у нас это z w будет больше, чем дельта нас. Значит, поэтому, значит, f у нас там не обращается в ноль, а уже не находится там же, поэтому уже у нас тоже не обращается в ноль. Угу. Значит, из этого следует, что у нас тогда никаких проблем при делении на g, когда мы делим по 10, у нас нет. Все-таки, а как связаны W и R? То есть почему G не обращается? Я не до конца понимаю, почему, например, ну, не может тогда сказать, что U равно W. Потому что мы же пишем эту формулу внутри, то есть мы доказываем, что вот это свойство у нас свернуло в маленькое окрестность. Да. Маленькая версия нуля. Да, поэтому мы пишем эту формулу, когда у нас z меньше, чем f, все равно w меньше, чем f. А, отлично. Да. Тогда у нас, значит, внутри этой самой формулы все у нас хорошо. Почему же не занимается? Потому что мы строили g так, чтобы фиксировали нам z, нули и z совпадали с нулями f. Поэтому у вас вот эта самая штука, фиксируя нам z, как функция u, у нее там устранимая особенность. Нуля нет. Вы мне просто продолжите в нулях двуголовой функции, не обращающейся в ноль. А на вообще никаких проблем нет. Почему? Потому что там у нас по нашему свойству R не обращается в ноль, а поэтому и G не обращается в ноль. Вот. Но в этом контуре, где вы видите, у вас вот это все, вот, оно головоломно по U не обращается в ноль. И проблем поэтому нет. Если она не обращается в ноль, то почему она должна быть правильно? Потому что у вас здесь отношение к головоломной функции, где знак не обращается в ноль. То. Значит, это касательно существа. Да, значит, ну и эта формула, она тогда, значит, определит у вас аж головоломную образом в голове. Единственность вся, значит, откуда у нас берется единственность, значит, единственность. Смотрите, у нас G определяется однозначно, потому что она однозначно определяется нулями. Значит, у нас вот эти самые бриды определены, значит, по F однозначно. Но сегодня у нас вот это самое G, а Z тоже определено однозначно. Ну а тогда H тоже определенно однозначно. Это мы не смотрите. Сейчас, подождите. Вот там вот H от нуля, там, давайте так, у H надо представлять два параметра, чтобы представлять оба нуля. Да. Формулировки. Да. Значит, смотрите, это говорит о том, что у нас кольцо головоломных функций в ответственности нуля, оно устроено похоже на кольцо многочленов. Вы можете отщепить всегда многочлен по W степени равным кратности нуля по W. Мы этим воспользуемся тем, чтобы в следующий раз доказать, что у нас кольцо головоломных функций в этой точке, оно является факториальным, из чего у нас будет масса жестких. Вот. Вопросы? Есть. Вообще говоря, же в формулировке теоремы про же не сказано, что бриды должны быть ее корнями.
то, что корни и f определены однозначно, это правда, но из этого, конечно, следует, что нуля межа должна быть ровно точно будет. Сейчас. Смотрите, представим, что у нас есть два таких разложения, да? Ну, правда, давайте, значит, пусть у меня есть, значит, G1H1 равно G2H2, я тогда это перепишу в остатку, да? Ну, смотрите, у меня эта штука не обращается в ноль. А поэтому мне нули справа и слева, они будут те же самые. Сейчас, она не обращается в ноль, в нули и е. Да. У вас, наверное, все ноль, нули или в какой-то ответственности? Где-то в ответственности. Сейчас, но если она обращается в ноль. Если она не обращается в ноль, то в какой-то маленькой ответственности она тоже не обращается в ноль, да? Но у меня нули здесь и здесь совпадают, оба они многочлены по W, начинающиеся с коэффициента 1, поэтому они с вероятностью совпадают. Ну, все. Долго, в общем, будем ссориться?